Всем привет! В этом видео хотелось бы запустить новинку Sons of the Forest. Это продолжение крутейшей выживалки Forest. И сейчас посмотрим, как вообще оптимизация. Вот вчера только официально вышла. На чем можно запустить, поиграть. Кстати, даже на Феноме попробовал. Все это сейчас увидим и рассмотрим. Потому что у игры очень странная оптимизация. На чем же вообще нормально можно поиграть и вообще запустить. Но также не забывайте, что последние крупные игры очень часто выходят с защитой Denuvo, которую почти не взламывают. Но с помощью сайта denuvo.net вы можете поиграть во все крутые новинки прямо на старте в Gold и расширенное издание по невысокой цене. Мне, кстати, тоже предоставляют игры на тест, не то бы я, наверное, уже и разорился. То есть, если хотите играть во все крутые новинки день в день, то сайт denuvo.net вам в этом поможет. Ссылка в описании. Итак, первый запуск на такой народной игровой, еще можно сказать, геймерской системе Ryzen 1600, 1060 видеокарта и 16 оперативки. Значит, разогнано все, давайте посмотрим. Поставил настройки, вот которые игра показала, там выдала, там примерно средние, высокие, где-то что-то низко. Ну, думаю, запущу так, пускай посмотрим, что тут да как. И 30-40 кадров, но вижу, что-то не вывозит, но заметил очень что-то необычное. Ryzen 1600 этот, грузится тут 70-80-90%, думаю, как это вообще возможно? То есть, ладно бы видеокарта не вывозит, но не вывозит проц, причем, ну, 12-поточный проц, я еще удивился, все потоки так классно загружены, прям реально ничего не простаивает, очень, кстати, прикольно по оптимизации. То есть давайте вот посмотрим. Full HD, вертикалка и вот такие вот настройки мне выставила игра. Но я вижу, что не тащит, что нужно что-то делать. Кстати, да, в минималках стоит 1060 3-гигабайтная, 12 оперативки. Оперативки очень тоже много игра жрет. И видео памяти жрет, и проц просто. Да, динамическое никакого разрешения у меня тоже нет. Второй раз заспавнился, решил частоту посмотреть. Может быть, у меня проц перегревается, тротлинг какой-нибудь, потому что 80-90 процессор 12-поточный грузится, все потоки. Нет, на самом деле нормально все с процом, но правда тут вот даже не скачет мегагерц. Сейчас еще прикреплю, а в MSI не всегда адекватная частота показана. Но немножко графику посмотрел, конечно же очень приятно. Лес, тени, вода, очень приятно. Причем это не ультра, это средневысокие настройки. Но решил еще раз заспавниться. Думаю, попробую на острове, может быть там много леса, и это все напрягает видеокарту, проц там. Нет, то же самое на берегу, вот опять заспавнился. 9 оперативки используют, 5,4 вот видеопамяти, то есть очень много всего ресурсов используется, и 30-40 кадров. То есть на этих настройках, ну, слабовато игра работает. Все-таки на 10-66-гигабайтный нужно, ну, кадров 50 тут для удобства хотя бы получить. В итоге, да, бегаешь по лесу, очень красиво, очень приятно, но 20-30 кадров. Да, проц Ryzen 1600 старенький, но все равно, до 90% загрузка какая-то адская. Как, ну, сложновато играть. В общем, не оптимизон. Я даже залез в настройки. Конечно же, начал уменьшать все, все, что можно, то есть на низкое поставил. Ну, вернее, пресет пока поставил, потом еще. Динамическое разрешение пока не трогал, потому что, ну что, 1060 разве на низких не вывезет? Попробовал, то же самое, 30-40 кадров, даже 20, до 20-ки опускается, и проц вот до 90%. Думаю, ну что за такое? Очень странно, может я майнер какой подцепил, качнул не тот, так сказать, упакованный, не ту упакованную версию. Кстати, да, обязательно перезагружал пекарню, захожу, проверяю, то есть все применилось, по крайней мере пресет низкая. Да, еще и FX поставил, может быть немножко сглаживание как-то влияет, проц 90%. Да, в минималках стоит Ryzen 3300X, примерно как Ryzen 2600, но все-таки решил посмотреть, может быть тротлинг какой-то и частота падает, поэтому так FPS какой-то слабенький. Вот уже прикрепил и CPU-Z программку. Вот на месте стою, чтобы, знаете, майнер попробовать вычислить. Он будет сам по себе хаотично прыгать. Нагрузка нет, нет, как только двигаешься, и прорисовка вдаль. То есть получается, ну это уже как бы говорит об оптимизации. Ну особенно там, где лес и деревья. То есть аж инфо прикрутил тоже. Вот закрепил, чтобы все это снялось вот в реальном времени. И нет, частота не падает. 3500 держится, как указано множителем. Попробовал, поиграл. Да, 30-40 кадров для большинства, наверное, будет нормально, но на всех настройках графики, что на низких, что на высоких. Но это что же, как-то странно какая-то. Я думаю, может у меня какой-то перегрев или какой-то майнер. Перепроверил, скачал оттуда, откуда нужно, то есть там проблем никаких нет. Но в чем-то проблема есть. Ну понятно, что в оптимизации, но неужели так все плохо, что прям на всех настройках графики 30-40 кадров, потому что, ну, как-то странновато это. Побегал на минималках. Да, на минималках, конечно, попроще. Смотрится немножко в лесок, пробежал. И местами, вот, казалось бы, 50. Но это потому, что смотрите, куда
куда-то вот на маленькие пространства. Только если повернуться, то FPS сразу же прям чуть ли не до 20-ки вот будет падать. Вот видите, 30-29. Пока проблемы с процессором, оптимизацией. Я думаю, давайте ворвусь в Steam, посмотрю, что же там по отзывам. Все тоже подтвердилось. RTX 3060 ничего не тянет. 10 из 10 лагающих вступлений. Пацаны, ну правда вот на 550 Ti даже запустили в 640 на 480. 5 лет в раннем доступе. Как это вообще можно было выпустить? И так далее и тому подобное. Но вот что самое важное, RTX 3060 и i5 11400 Full HD на низких настройках 30-40 FPS. То есть на какой бы системе ни играли, FPS 30-40. То есть вот в чем проблема. Пока проблема на старте в очень плохой оптимизации. Да, сейчас перейдем к более слабым видеокартам, но давайте я вам покажу свой тест первого Фореста. Это же сейчас продолжение. Оригинальный Форест я тестировал в 2017 году, и там точно такая же ситуация с оптимизацией. С раннего доступа выпустили, ну а там уже ковыряйте конфиги и настраивайте оптимизацию как хотите. Отмечу, что игра вышла в ранний доступ в 2014 году и все еще находится в раннем доступе Форест. Все ругаются на то, что игра вышла в ранний доступ, и все, забудь. Теперь давайте посмотрим 1050 Ti. То же самое, она бы затащила вполне себе игру, но очень сильно упирается в процесс. Здесь i7-3770, 8-поточный, хороший еще процесс, но 30-40 кадров на любых настройках, и несмотря на то, что тут 1280 на 720, видеокарта недозагружена, но процесс не тащит. То есть нужно решать какие-то проблемы с оптимизацией с процессорами. Итак, теперь давайте запускаю FX6 300 и 1050 2 ГБ на 8 оперативки. Запустилось, все работает хорошо, но FPS такое 20-30, иногда вот чуть ли не ниже 20-ки, поэтому, конечно же, слабовато, все-таки 1050. И решила разгрузить видеокарту, тут вот если у вас 1050 или аналог слабенько, вот две настройки, динамическое разрешение, а эту или FSR ставьте там 30 FPS, чтобы у вас вот оно держало в районе 30-ки FPS. Ну, то есть оно будет автоматически разрешение местами снижать, вы этого даже можете не заметить. Да, видно, что процесс никак не вывозит, но 1050 2-гигабайтная вполне можно поиграть, пускай только пофиксят проблемы с процом. А так пробуйте или FSR, или вот эту настройку, чуть что, если низкий FPS, оно вот здесь хорошо работает, и FPS на 30-ку может вполне держать. Но процесс FX6 300 тоже тащит, но, конечно же, тоже долбится в сотку здесь частенько. На GT 1030 тоже вполне можно поиграть, под 30 кадров, даже 30 можно получить, просто FSR в производительность там поставьте, то есть можно даже 30, но тут вот я поставил, чтобы более-менее еще картинка не совсем уже мыла. То есть вполне на 1030 пробуйте, но уже как с процессором, смотря какой у вас, так и будет идти. Ну и вы не поверите, я даже на Феноме попробовал запустить. Да, правда, заспавнился в горах, в снегах, но все равно. Вот мой Феном вполне себе запустилась даже на Феномах, и на 550 Ti даже новый запустится. Форест, но самое главное, вот, чтобы пофиксили оптимизацию или конфиги повыходят. Еще, думаю, тесты буду делать. Не забывайте, телеграм-канал в описании, если не знаете, где скачать игры, любые другие вопросы. До следующего видео, пока!